Музейные экспонаты для незрячих и слабовидящих людей впервые появились в Карагандинской области. Проект «Тактильная архитектура» разработали сотрудники историко-краеведческого музея Темиртау. Скульптор Юрий Соловьев воплотил в рельефе значимые для города металлургов здания и памятники. Архитектурные плакетки находятся в зале Темиртау в годы независимости Республики Казахстан, который получил новый облик к 50-летию музея. Число тактильных экспонатов в дальнейшем станет больше. Создавая этот рельеф, нельзя делать какие-то мелкие детали. Потому что восприятию незрячего человека это очень сложно. В дополнение к каждому рельефу есть информационный блок. Выполнен он письмом Брайля на казахском и на русском языке. И в этом блоке содержится информация, как выглядит тот или иной объект. Мы пригласили специалиста из Караганды. Это тефолог-реабилитолог. И он проверил и дал очень высокую оценку.